Здорово, друзья мои, с вами спикер и новая часть «Полицейские погони». И мне сегодня поможет тот самый Гарри Поттер, который спасал мир. И сегодня прокатимся, друзья, на волшебной метле Гарри Поттера. Обалдеть! Давненько не было «Полицейские погони». Особенно что-то новенькое. Хорошо, Гарри, садимся на мотоцикл, хотел сказать. Садимся на метелочку. У нас умеет подниматься на ДБМ. Вот таким макаром. Прикольно. А, кстати, даже есть задние фары. Да, это обычный мотоцикл, просто у нас метелочка. Хорошо, мы сегодня здесь. Берем 3 звездочки, будем, конечно, распуливать гранатомет, и будет очень жарко. Так что, и у нас звезды есть уже, копы есть, возьмем, наверное, какое-то хорошее оружие. Мне, наверное, ручной гранатомет, довольно удобно будет. Так, у нас есть дробовичок, а нам нужен вот такой гранатомет. Вот так будет, Суня, будет довольно жарко. Ну что, друзья, погнали уже вперед, в принципе, копы сюда подъедут уже в ближайшее время, а мы погнали вперед. Вот так, привет, девочки, в разные стороны. А вот наши копы. Обалдеть. На метелке довольно забавно смотрится особенно со стороны. Это просто очуметь. Гарри Поттер на метле в Пауло Сантосу. Это что-то новенькое. Хорошо, погнали. 3 звезды у нас есть. На 5 звезды будут уже танки. Правда, мчались просто идеально. Да, довольно удобно. Миниатюрная такая метелка. И можно проскочить просто по узким улицам Лос-Сантоса. Это реально уж какой-то Гарри Поттер получается. И он полетел вперед. Очуметь, друзья. Это реально что-то новенькое. Так, можно как-то приземлиться будет? Побыстрее нельзя? Ну хорошо, полетаем на метелочке, мы уже приземляемся, главное, он реально летит на метле. Отжими, друзья, можно, интересно, сразу... Ох, куда-то в сторону. Так, мы прыжок сделали, в принципе, какие-то крики. Копы за нами, 3 звезды за нами, нужно как-то отсюда вытаскивать нашу метелочку. Так, нормально, Гарри, промчались дальше. Довольно очень удобно, и реально можно на ней летать. Интересно, можно взлететь на какой-нибудь трамплишке и сразу до самой горы? Это просто будет очуменно. Самая короткая серия. Хотя можно взять мотоцикл. Реактивный мотоцикл, который умеет летать в GTA Online. Там реально можно взлететь и полететь на саму гору. И без проблем сделать самую короткую серию «Полицейские погони». Так, за мной погоня. Нет, за мной погони нету. Так, чувак, давай быстрее. Я вроде не метли гоню. Гораздо быстрее тебя. Так, ну что, по шоссенка уже. Мы будем сеять сегодня всех подряд. Копы, копы, копы. У нас 3 звезды еще. Чувака подрезали, походу он сразу умер. Нормально. Хорошо, погнали, наверное, через город, прокатимся по шоссе. Интересно, умеет подниматься на переднее колесо или на заднюю метелочку? Черт, где-то в кустах, ну черт возьми. Так, приехали копы, все нормально. Чувак, ты проходишь не тут. Так, у нас умеет подниматься. Мы пытаемся как-то подняться наверх, не могу спросить еще как это управление. Довольно сложно. Вроде смотрится метелка, а на самом деле это обычный мотоцикл. Да черт возьми, ну в принципе мне не нравится. Текстурка хорошая. Даже есть прорисовка тени, это тоже найс. Копы нас тут не могут догнать, потому что с мотоцикла или наш метелка реально там скоросходная. Начали уметь. Довольно забавно смотрится, особенно вот такой вид. Хо-хо-хо. Такая минеральная миниатюрная метелка, и Гарри Поттер просто мчится. Походу опаздывает на уроки. Так, нужно резкий поворот. Все так испугались. Ребята испугались Гарри Поттера, потому что какой-то мистический персонаж, и все его боятся. Ничего страшного, но слишком мало копов. Нужно побольше копов. Сейчас маленько по 7 ленки. Ох, красиво получилось. Тачка подлетела и прям под тачкой. Ну, это довольно красиво было. Хорошо, погнали на трассу. На трассе там прибавим скорости, и будет довольно весело. Мне нужно уже 4 звезды, потому что уже 3 звезды мы как-то слишком быстро уходим. Вот там есть впереди копы. Сейчас нарвемся на копов. Так, где они, не вижу. А, прям по курсу. О, хороший выстрел. И прям по тачке. Это красиво получилось. Какие-то крики, еще копы есть. Конечно, есть еще копы. Впереди есть трамплишка. И можно на ней взлететь. Ну-ка, ребята, в сторону. Гарри Поттер полетел на своей метелке. Упс, жесть, ну приземлимся, нет. Нормально. Реально, волшебная метелка довольно хорошо спасает. Вот, друзья, чем надо заниматься по утру, не мести дворы, а нужно садиться на метелку и гнать в Лос-Сантос. Ребята, держи. Нормально здесь спасили. Тут дожди взорвался. Я вот не взорвал здесь. Да, хорошо, сеть. И, кстати, даже задом заблокировать. Нормально, 4 звезды, то, что нужно. Я хочу уже посмотреть, как это наша метелка Гарри Поттера против танков. Сейчас возьми, было не очень-то и ровно. А довольно получше будет красиво. Так, с венком. Ребята, прям за мной. Хорошо, возьмем что-нибудь такое не слишком убойное, потому что слишком быстро их убиваем. Возьмем, наверное, дробовичок, меня пытается подрезать. И Гарри Поттер будет с помощью обреза. Вот обрез. Обрез есть, и можем... Черт возьми, походу вписались. Если вписались, просто маленько цепанули.
Вот так уже обрезом. Меня пытается подрезать. Вот это начинается погоня. А то как-то слишком жарко у нас. Ну, кстати, я не прокачиваю нашу метелку. Она реально такая найсово гоняет очень быстро. И мне это нравится. Так, можно по колесам? Ну, что не в ту сторону? Я подумал, где в другую сторону. Было другое колесо. Вот таким макаром уходит в сторону. И прямо навстречу копов. Нормально. Прям в дерево. Так, ну что, выезжаем. Ребята, прям за мной. Нужно, наверное, все-таки возьмем что-нибудь по крупным колесам. Ух ты, есть дробовичок такой. Ух ты, да. Вот это хороший дробовик. Мне нравится. Там впереди у нас есть ограждение. Держи. Прям между ног. Красиво. Там у нас еще... Черт, вы разумеете. Что происходит сегодня? Метелочка не очень справляется с управлением. Но скорость у нее, кстати, очень хорошая. Интересно, подлетим здесь? Не подлетим? Копы не подлетели, но это удачный денек. Ну, можно, в принципе, замедлить время и попробовать все-таки подлететь. Ох, все-таки это дело получилось. Так, мы, походу, уже когда выезжаем. Нет, нормально, мы не выезжаем. Давай же наверх, Гарри Поттер. Там копы. Копы слетают просто вниз, походу. Так, у нас есть обрез, сейчас выезжаем. О, сколько копов позади меня. 5 машин, что ли? И все реально за мной. Ну, ребята, давайте за мной, прям навстречу. Обалдеть. Метелка мне нравится, друзья. Она реально такая nice, скоростная, но управление на ней очень сложное. Нужно бы, конечно, было поправить. Еще подлетим? Нет, не получилось. Буквально чуток не получилось. Ребята, держите обрез, хотя можно взять что-то посерьезнее. Вот таким макаром гораздо посерьезнее быть. Можно на встречку выехать. Ребятам подрезает. Меня подрезает. Кинем гренки вот так и проскочим. О, да. Не получилось все-таки проскочить. Но мы подлетели и приземляемся. Так, нормально. Хотел сказать, прям на колесике. Прям на ноги приземлились. Две вертушки за мной. Мы съехали с трассы. И продолжаем свой путь. Какие тут фуры есть. В принципе, можно подняться наверх, наверное, через военную базу. Да, у нас уже военные. Военные. Мы проскочим, наверное, вот тут там. И давайте два гарика наверх. А, у нас тут, видимо, закрыто. Да, тут нельзя проехать. Хорошо, погнали здесь. И прям на трассу. Довольно хорошая метелочка. Реально найсово. И прям на дерево. Так, копы уже отстали, уже армия с нами. За нами уже целая армия. Держи гренку, я не жалко. О, вертушка чуть пониже стала. Сейчас раскидаем гренки. О, хороший выстрел. И мы снова на трассе, дорогие друзья. Ну что, погнали дальше. Я еще не вижу горы, но она очень рядом будет. Ребята подрезают, у нас 4 звезды. Мне нужно 5 звезд. Это было больно, чувак, я знаю. Это чертовски было больно. Мне нужно 5 звезд, чтобы приехали танки. Уже командируют, вот все нормально. Все найс. От вертушек мы отстали, впереди у нас какая-то блокада, мы ее все взрываем, эпично взрывается, и проскочили дальше. Так, ну что, ребята, еще осталось парочку вертушек, и уже будет скоро гора. Да, метелочка сегодня просто летит на ура. Вот наша гора, которую придется нам подниматься, надеюсь, мы проскочим последние вертушки. Коп отлетел куда-то в сторону, а мы удачно проскочили. Довольно удачно, так можем подрезать здесь. Там у нас какая-то реально блокада. Взрывается дело и проезжаем. Тачка просто над нами. Красотень какая. Обалдеть. Полицейские погони, метелочки довольно... Это что за фура падает сверху? Ее нужно взорвать. Это дело мы взорвем, проскочим довольно удачно. Там есть еще ребята. Ну-ка замедлим время и проскочим. Хотел проскочить. Там еще тачка пролетела. Прямо в нашу сторону. Так, 5 звезд, дорогие друзья. И уже, по идее, сейчас приедут танки. Это будет гораздо интереснее. Пока что не вижу танков на карте. Но это хорошо. Будем подниматься в гору и точно проскочу прям на встречке. Довольно так опасно проскочить на метелке, потому что нас просто расплющит. Держи гренки. Так, это готово. Нужно резко подрезать его и свернуть направо. И вот наши друзья гора. Будем подниматься. Будет подъем очень тяжелый, но будет довольно веселый. Так, надеюсь, копы нам не нужны будут. Нет, копы есть, какие-то туристы испугались. Туристы испугались Гарри Поттера, который спасал мне. Мне кажется, 40 минут у нас. Так, срежем здесь. А от копов оторвались, а остались только вертушки. Танков я еще не вижу. Впереди появились копы, сейчас с ними разберемся. А метелка сегодня довольно хорошо нас спасает. Такие животные, проскочим. Так, как раз вот именно сюда мне нужно, прям в дерево не нужно. Так, аккуратненько, аккуратненько поднимаемся. И вот наша гора, буквально что только осталось. Так, ребята, меня гасит. Сейчас мы загасим. Нормально. Расплющили круг и прак. Так, нужно сразу резкий поворот налево. Там у нас впереди кобр. Меня словно окружает. Но не тут-то было, мы срезаем. Так, еще одна вертушка практически по земле. Хорошо рассели. Все, все взорвать. Так, хорошо, Гарри, поднимаемся выше. Все, выше и выше в горку. Так, сзади еще копы есть. Так, вертушку надо как-то снять аккуратненько. Она уже дымится.
Давай, чуть ниже. Чуть ниже, я уже... Нет, получилось. Так, копы еще за мной, что ли? Можно раскидать прямо сзади. Ну, вот таким макаром мы раскидываем. И, надеюсь, копа больше не будет позади. Но появились, кажется, впереди две вертушки. Так, еще одна прилетела. Я танков не вижу, конечно, очень печально. Я хотел посмотреть, как Гарри Поттер будет справляться с танками. Довольно было интересно. Так, вертушка есть. Один выстрел. Но практически один выстрел. Ребята, держим. Нормально, сколько грены посеяли. И вроде одна взорвалась. Так, раз что-то пускайки за нами, мы поднимаемся все выше. Так, танков почему-то я не вижу. Куда подевались все танки? Походу, военные у нас сегодня спят. Ничего страшного, мы будем подниматься, никаких прав, только на подъеме. Никакой пощады. 5 звезд уже есть. Это нормально получилось. Прямо позади нас. Так, окейшки, осталось буквально чуток, и вертушки уже позади нас. Танков я не вижу, и походу их сегодня не будет. Так, на правую сторону. Но звук метелки мне как-то не очень-то и нравится. Он реально звук мотика. Танков вижу, вертушки остались. Только одни вертушки. Довольно хорошо поднимается. Меня реально очень радует метелочка. Конечно, можно было взять и мотоцикл, который умеет летать, и реактивный мотоцикл из GTA Online. И можно реально прокатиться на гору просто в два счета. Практически что только осталось, 5 звезд уже мигает. Мы отрываемся от копов, и это реально радует. Ребята, подвиньтесь! Так, вертушка позади, она в меня поиски, успеем проскочить. И мы, наверное, даже уйдем от 5 звезд. Такое уже было один раз, и походу второй раз. Мы уходим от 5 звезд. Довольно круто, друзья. Да, вертушки позади, это нормально, даже не знаю, как они меня потеряли. Были на открытой местности, и меня все-таки потеряли. И, друзья, мы уже наверху. Метелка сегодня просто выручает на ура. Да, вертушка в нашу сторону, можно прыгать вниз просто и все. Ну что, друзья, увидимся в других роликах, а с вами был Спикер, и... До новых встреч. Давай-ка, Гарри, быстрее, наверх.